Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня у меня супер хорошая новость. Наконец-то мы с вами откроем посылочку из Америки. Напомню, что это 10-е юбилейное видео из рубрики «Посылки из Америки», и это надо отпраздновать. Поэтому давайте скорее открывать, а то горячие новинки остынут. Коробка-то холодная. Давайте смотреть быстрее. И нашему взору представляется Лиззи Харт, Book Party. Я подумала, что Китти и Джинджер будет скучно одним, и я решила заказать им еще подружку, Лиззи Харт. Также в этой посылочке лежит вот такая вот коробочка с украшениями. Это Jewelry Set Ever After High. В наборе есть красивое золотое ожерелье с шармами Ever After High, браслетик и ключик. В общем, все в тонах и в цветах Ever After. Следующая кукла, которую я вижу, это новинка Ever After High. И это Эшлин Элла из серии 2-in-1 Magical Fashion. А по-русски переводится 2 в 1 магическая мода. Несмотря на то, что у куклы нет шарниров на ногах и руках, Эшли мне понравилась своей интерактивностью в виде сменного наряда. На спине Эшли находится золотистый крючок, который приводит механизм в движение. Топ у куклы молдированный. И, кстати, в набор к ней прилагается еще один топ. Видать, ей мало их. Будет друг на друга их одевать. Весело и очень странно. Следующая огромная коробка в этой посылке – это сет из двух кукол Крипотери. И это очень круто, что в наборе есть мебель, которая вполне может стать предметом декора в стоп-моушенах. О, здесь есть еще один набор с украшениями. Есть розовый бублик, перышки, ленты и другие атрибуты Ever After High. Все аксессуары в тонах двух принцесс – Apple White и Raven Queen. Вау! Лагуна Плю из набора Surf to Turf Scooter Vehicle. Мне так и хочется сказать Vehicle, потому что именно по-французски так говорится. Но тем не менее, куклы американские, поэтому будем говорить на английском. Логично. Итак, в комплект входит скутер-доска для серфинга. Кажется, это звучит довольно странно, но, как видно, применимо на практике. Кукла, кстати, без шарниров на руках. И была бы с ними, то точно ей цены бы не было. Но тем не менее, цена и есть. Что? Простите, что я несу? Честно говоря, я бы не купила эту куклу, потому что у нее нет шарниров. Я это просто проглядела. Хэштег весело, круто. В похожей коллекции есть еще Франкенштейн с велосипедом, если вы не знаете. И я ее не купила только из-за шарниров. Я ненавижу кукол без шарниров. Ненавижу. Ненавижу. В этой посылке также сейчас появятся куклы другой, совсем другой марки, которой я увлекалась еще совсем недалеком, для меня это к 2009. Поэтому не судите строго и задержите дыхание. Итак, встречайте, это две куклы Винкс, Стелла и Флора Чармикс. В комплект к ним прилагается карточка, сумочка и то самое драгоценное украшение, которое одевается на платье. Мне нравятся хвостики Стеллы, а также смесь малинового и коричневого у Флоры. Кстати, эти куклы сейчас продаются в Америке по $200. Ну, их, конечно, можно найти дешевле, но надо постараться. И я постаралась. А вот и новые куклы из Monster High. А, красавицы, это Франкенштейн, Дракулаура, welcome to Monster High. После ребута куколки, это коллекция «Добро пожаловать в Monster High». И вышли куколки в подсерии «Photobooth Ghouls». Очень радует, что у кукол полный набор шарниров, да еще и классные аксессуары для вечеринки, целых две маски в комплекте. Эти куколки мне безумно напоминают коллекцию «Sweet 1600». У них похожая прическа и гамма нарядов.
Да, хочу еще добавить, что Дракулаура выпускалась в этой коллекции аж в 4 вариантах. А эта именно куколка называется Трансформинг. Она еще также выпускалась в похожем наряде, но вот такими вот руками. Вы сами видели мой комментарий насчет этого, мой отзыв прекраснейший. Поэтому не дайте себя обмануть ни в коем случае. Но я думаю, вы поймете, там куколка в такой вот бюджетной коробке выполнена. И я думаю, что самая неожиданная для вас кукла это... Сейчас скажу. Это Пулип, мальчик из шоколадной фабрики. И кого-то мне он напоминает. Вот только кого, интересно. И если вам будет интересно посмотреть на всех моих кукол от Пулип, то обязательно пишите в комментарии. А, да, знаю, на кого он похож. На мальчика из шоколадной фабрики. А на этом наша юбилейная 10-я посылка. Эх, пуста. Горько говорить, но факт. И здесь остался только один такой бабл. Давайте успокоим себя. И мы с баблами прощаемся с вами. Напишите в комментарии, понравилось ли вам видео и посылка, и на какую куклу вы ждете обзор. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, лайки, лайки. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Be cool and crazy! До новых видео! Пока-пока!